Снова здорово, господа, на связи Роман, канал Freeze and Games. Мы возвращаемся в протокол, и это такой вот просто уровень, который выпьет из меня, наверное, последние нервы. Мы не смогли пройти его в прошлый раз, я надеюсь, что получится пройти в этот раз. Но я, честно говоря, не уверен. Так, я сенсу себе поменьше сделаю. Мне тоже много чего не нравится, брат, и как бы да. На, еще. Да, блядь, они мимо летят. Все, я уже начинаю злиться, я уже начинаю психовать. Ладно, хорошо, спокойно. Сейчас мы всех сделаем. Я могу присесть, окей. Ага. Хорош. Так, я переключился. Где этот здоровенный летит? Где этот большой? Вот он большой, раз. Вот большой, два. Есть, отлично, я обратно переключаюсь. Малыши. Малыш раз, малыш два. Отлично, супер. Остываем. Остываем. Где вы, блядь? Не понял. Ага. Воу-воу-воу-воу-воу. Тихо, спокойно. Ага. Это где? Некогда разговаривать. У меня тут рельсовый шутер. Тихо, спокойно. Надо вот этих тварей убить. О, все, пиздец. Опять приехали, приплыли, да? Хуй цавам. Не вздумай стрелять. Тихо. Блять. Я уже не знаю просто-напросто, как проходить этот уровень. Вот не дается он мне, и все тут. На, поехали. Да. Патроны летят как-то в кусе в крив, я не понимаю. Где? Вот как так? По-моему, он кривый. Да, блядь. Погоди, если я... Ого, если я убираю и достаю быстренько, он остывает быстрее или как? Не понял. Минус. Где там еще один был? Бля, на ту сторону полетел. Падла. Куда-то спрятался. Да умри ты, сука. Вот как ты здесь взялся? Вот откуда ты здесь взялся? Вот просто объясни мне. Так, я остался без фонаря, кстати, на секундочку. Так что, если что-то, я... Опа. Ничего особо не вижу. Да сдохни, тварь. Да подожди ты, некогда. У меня тут рельсовый шутер. Прям не то, что шутер, а шутанище. Нет. Опа! С одного выстрела! Да вы серьезно? Ладно, сука. Мне по хуям, что тебе нравится, а что тебе не нравится. Мне не нравится этот уровень. Ну давайте. Давайте, пидоры. Сейчас я вас уделаю. О! Бля, ну почему ты прячешься, скотина? Так, отлично, ждем больших. Больших два. Надо больших забирать. Они реально ваншотят. Окей.
Так, где мелкие? Куда мелкие делись? Ах ты ж, сука, мелкая. Окей. Где ты там квакаешь? Где еще? Сейчас армия прибудет целая, я тебе серьезно говорю. Так, минус ты. Еще где-то были. Мне некогда разговаривать. У меня тут веселый шутер. Ох ты ж, спасибо. Напомнил мне о жопе. Вот это плохо. Стреляй, блядь! Я ебу. Не, ну согласись, эта попытка была самая удачная. Там 4 здоровенных баклана были. Надо будет запомнить. Побежали. Мне-то особо и прятаться-то негде. Понимаешь, в чем еще прикол? Ведь реально... Не нравится мне звук, с которым выгонят котов. Реально спрятаться негде. Хотя подожди. Нет, от этого не спрячешься. Хотя... Подожди, ну по идее можно, конечно, попробовать. Так, не спешим, не спешим, не спешим. Потихоньку, по одной цели разделываемся, и все будет у нас хорошо с тобой. Так, ты ушел? Блядь, ну зачем ты его так сбил-то жестко? Не вздумай. Где еще один? Чуть в жопу ко мне не залез. Ты посмотри, а? Сейчас армия будет. Сейчас будет армия. Окей. Тихо, 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 вы чего? У меня тут веселый шутер. Бля, опять армия. Тихо, сзади. Нету, спереди. Нету. Аккуратно. О, бля, сейчас большие опять будут. Опа. Шухер. Да как вы пробиваете-то? Ну так нечестно! Они пробивают мою защиту! Они просто пробивают мою защиту! Я что должен сделать-то? Как я должен от них прятаться, если они пробивают эту сраную защиту? Мне нечего больше спрятаться незачем. Что за пиздец? Как их еще быстрее убить, я не знаю. Хотя они в куче как бы появляются, да. По идее их можно было бы взрывной волной раскидать, но не получилось. Ну, сука. У меня тут веселый шутер.
ударится еще раз, то явно будет плохо. Я ебу. Как мне вот эти большие-то проходить? Их появляется сразу 4. Че за херня? Не нравится мне звук, с которым выгонят Катронус. Хорошо, наверное. Почему его нельзя переключить на одиночное? Автоматом он слишком быстро перегревается. Мне бы вот одиночное самое то. Блять, ну зачем ты его сбил? Ну объясни мне, зачем ты его сбил? Вот где я сейчас буду его искать? Куда этот здоровый... Ох ты ж сука. Блять, опять ушел. Ну сейчас армия, конечно, прилетит. Прикол в том, что подкрепление прилетает не тогда, когда я уничтожаю предыдущую волну, а по мере продвижения вагонетки вот этой сраной. У меня тут веселый шутер. Серьезно? О, пиздярики. Всех по чуть-чуть покоцал, но мне это никак не поможет. Если дрон ударится еще раз, то явно будет плохо. Пизда, это просто серия адских страданий. Я не знаю, у меня вроде как и получается, и вроде не получается. Но у меня постоянно перегревается этот ебаный ствол. Я не могу контролировать его так, чтобы он не нагревался. Не могу. Да-да-да. От одного выстрела, от одного патрона уже краснеет. Охренеть не встать. Давай вылетай. Допустим. Есть. Сейчас их будет дохуя. Их надо всех уничтожать. Если я кого-то пропущу, он нырнет вниз, пролетит под вагонеткой и вылетит за спины. У меня тут рейсовый шутер. Бля, начинается. Да почему ты стреляешь-то так мимо, блядь? Я прицел навожу прямо туда, куда надо. Прямо туда, куда надо. А, все, мне пизда, да? Это будет надолго, походу. Это будет надолго, походу, я тебе говорю. А я не буду перематывать. Не, нихуя. Сиди и страдай вместе со мной. Хотя ты, наверное, уже выключил давным-давно. Ну, это какой-то уровень просто дичь. Почему разброс какой-то непонятный? Откуда он вообще берется, этот разброс?
От перегрева, что ли, разброс увеличивается? Это бред ебаный. И где? Ах ты ж сука. Я буду бегать. Может, за счет ветра быстрее будет оставать. Бля, я забыл переключиться. Стреляй! Ага. Вот падла, смотри, крысеныш какой мелкий. Все, улетел, нет его. Бля, вот он вылез. Так сейчас целая армия таких полезет. Здравствуйте. Шутер. Ух ты, батюшки. У меня тут рейсовый шутер. Тихо, тихо. Да идешь ты нахуй. Опа, здравствуйте. Блядь. Как так может быть? С зеленым лучом, конечно же, с альтернативным, так сказать, оружием, вроде как пободрее заходит. Но проблема в том, что он перегревается быстрее. И с зеленым лучом какой еще косяк? А, после того, как я нажимаю на кнопку выстрела, происходит какое-то время, прежде чем он начинает стрелять. Задержка идет. То есть он типа набирает мощность. Ну зато опять же с одного попадания убивает мелких. Допустим. Ну давайте. Кто-нибудь.
шутер. Я себе что творят. Ой-ой-ой. Да ну нет, 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 тихо, спокойно, спокойно, спокойно. Где большие? Где ты, блядь? Сука, опять мою шляпу сломали, фонарик не светит, ничего не вижу. Ах ты ж, ох ты, крыса мелкая. Да ладно. Да ладно. 20 минут страданий в этой серии. И сколько-то в прошлой. Охереть не встать. Охуеть. Да, блять, я смог не сдохнуть! Выкуси, сраная вагонетка! Да пиздец. Что? Какой нахуй в доступе отказано? Ну и? Дальше нам куда? Серьезно? Кто? Кто, блять, придумывает такой дизайн комплекса? Господи, нахрена нужен был этот лабиринт? Нельзя просто по прямой пройти. Нет. Проведя анализ системы, я выявила два интересных момента. Поверь, милая, мне это не интересно. Помнишь, да вообще насрать. Синхронизировали мои системы с системами инопланетного корабля. Ты на что рассчитываешь? О! Думаешь, я буду тебя слушать после твоих попыток меня убить? Что? Нет, я не пыталась тебя убить. По крайней мере, в последний час. Честно. Бля, херня какая-то. Да идешь ты нахер. Центральное ядро ИИ. Это... Бля. Так, а подожди, а куда... Да ёб твою. Что, убьешь меня? Почему у меня лифты не вызываются? Вызовите лифт. Я же говорил, поедет. Может, поговорим? Пока едет лифт? Да, если тебе не сложно. Ладно. Блять. И что там с синхронизацией? В общем, после синхронизации я обнаружила, что уничтожение комплекса никаким образом не повредит инопланетному кораблю. То есть ядерный взрыв не остановит распространение инопланетной заразы. Ну, бывает. И к тому же я оказалась взломанной. Да, знаю. Это не Уилсон. В инопланетном корабле уже был интегрирован свой искусственный интеллект, который сейчас захватывает отдельные фрагменты моей системы. Но спасибо Уилсону. Если бы не он, то, возможно, я смогла бы отбиться. Ну, хреново быть тобой. Ты понимаешь, что вся эта операция вышла из-под контроля, и всей планете грозит опасность? Из-под контроля? Вы тут хоть что-то контролировали? Строителей, инженеров или твоих долбанных программистов? Да и вообще, мы в жопе мира, вдалеке от цивилизации. У вас есть лекарство от инопланетной заразы. Так что я просто пойду отсюда. По моим прогнозам, завтра я потеряю контроль над всеми системами. И проблема уже будет далеко за пределами твоей жопы мира. Помоги мне. Я не могу сама запустить самоуничтожение корабля. Взорвать корабль? Хм. И разумеется, я умру в результате взрыва. К сожалению, да. Шансы на твое выживание равны нулю. Зато ты спасешь человечество. Правда, об этом никто не узнает. Сомнительное человечество или моя жизнь? Хм. Слушай, это не попкорновый боевичок и не супергеройский фильм, чтобы я просто так, без какой-либо мотивации, ринулся спасать мир. У тебя не получится повторить путь Уилсона. Это мы еще посмотрим. Это почему это не получится-то? Что ты сделала, тварь? Такс.
а чисто гипотетически. Что было бы нужно сделать, чтобы спасти человечество? Ты передумал? Ну, блять, а какого хуя ты не сказала, что отсюда, блять, нельзя выбраться? Я тебе говорила. Ага, блять, нельзя сказать по-человечески. Я машина. Чего ты от меня хочешь? Да похуй. Пошли спасать мир. Для начала нужно отключить меня от контроля системы стабилизации реактора. Поэтому пройди к реактору. Я открыла тебе доступ. Окей. Не нравится мне это. Без этого, при попытке отключить зараженные модули в центральном ядре ИИОС, ты просто взорвешь весь... В смысле, не понял. Окей. А, реактор, без взрывов, да. Видимо, никак. Пиздец. Подойди к правому терминалу и отключи меня от систем реактора. Окей. После у тебя будет пара минут, чтобы удалить зараженные модули, пока реактор будет дестабилизирован. Особь, помоги нам, а мы поможем тебе. Железяка? Ты хочешь выжить? Мы можем помочь. Не-не-не-не-не-не, это уже не серьезно. Это ж, блять, не шоу-розыгрыш. Отключи ее, выдерни все синие модули. А что если я не хочу? Выбор за тобой, Особь. Прелестно. Милый, как попадешь в центральное ядро ИИ, выдерни все зараженные модули. Они выдают ошибку, и я их подсветила красным. Ага. Слушай, а впрочем, забей. Давай, давай, давай. Особь, нихуя себе, меня так еще не называли. Внимание, ядро реактора дестабилизировано. Разрушение реактора необратимо. Да похуям. В смысле? В смысле? Мне же сказали идти тут... Не понял. Погоди, стой. Я что-то не так услышал? Я что-то не то сделал? Стабилизаторы отключить? Пойти в ядро убрать? Отключите ИИОС от систем реактора. Железяка? Ты хочешь выжить? Мы можем помочь. Ага. Не-не-не-не-не-не. Это уже не серьезно. Это ж, блять, не шоу-розыгрыш. Отключи ее. Выдерни все синие модули. А если я не хочу? Выбор за тобой, Особь. Прелестно. Так. Если вытащить все красные, то я помогу железяке. А это значит, что я погибну. Да по хуям. Они не получат нашу планету. Так, это красная? Молодец, милый. Теперь вернись поскорее к реактору и подключи меня обратно к системам управления реактором. Сейчас, погоди. А вот и курьер, походу, приехал. Так, а мне куда? Мне в реактор. В реактор мне с тобой надо. Так меня бесит. Один раз же карточкой открыл, ну все, зачем постоянно-то одно и то же? Во, все. Так, а что мне надо сделать? Подключить? Ладно, была не была. Хорошо, я вернулась к контролю. Ну, железяка, о, здорово. Какие планы? Дорогой, для начала нужно обратно вернуться в восточный сектор. Это куда? Сраная вагонетка. Да, бля, ты серьезно? Пройдем короткой дорогой. Да ладно. А раньше нельзя было сказать, что есть короткая дорога? Охуеть. Удобненько. Слушай, железяка, а что за организация? Организация, а не организация. Так кто это? Куда твои мне? Твои наниматели. Очень информативно. Прости, но в моей базе нет информации об организации. Как так-то? В смысле, не понял? Я открыла тебе лифт. Вот бы всегда так. Эх, гадство. А как эти-то чё меня бьют? В духе зелёной мили. Прекрасно. Что? Ничего, железяка. Ничего. Охренеть, не встать. Ты своих подружек-то не хочешь отключить? В смысле? Охренеть, не встать. Я думал, мы друзья. Ебучий искусственный... Опа.
Хорош. Зато шляпку себе новую нашел. Уже хоть какая-то польза, хоть какая-то радость. Сука, до сих пор кипит от этой перестрелки. Да ты их прекрати. Опа, есть. А почему у меня... Это как? Голограммы. Зачем ты их на меня натравила? Да. Прости, но это не я. К сожалению, часть контролируемых устройств вышла из-под контроля. Если точнее, ими управляют зараженные модули. Надеюсь, такого будет. Я же выдернул повторится. Зараженные модули, если я что. Тоже. Так, ладно. А, это я, получается, попал же в центральную... центральную комнату, да. Ой, что-то подгрузилось, походу. А, вот даже так. Нихуёво подгружается. Так, я тут. Привет. Я изменила доступы в центральной комнате. И голос, привет. Походу. Рада тебя видеть снова. Ага. Кстати, красное платье тебе шло. Так лучше? Да. Пойдет. Теперь вся эта ситуация выглядит максимально странно. Ну, извини. Что за нах? Честно, ой-ой-ой. Это не я. Отключи их! Не могу. Охуенно просто. Опа, опа, опа. Так я сейчас здесь... Опять что ли? Да вы серьезно? Да как так-то? Пизда рулям. Я ебу. Еще одна перестрелка. Блять. Из огня да в полымя называется. Так, ну ладно, здесь хотя бы я могу хоть как-то бегать куда-то там туда-си, сюда-си. Привет. Я изменила доступы в центральный... Ага, вот только сюда смотреть. Привет. Я на превьюшку возьму, рада когда ты там видеть. Страшный такой ага. будешь. Кстати, красное платье тебе шло. Так лучше? Да. Теперь вся эта ситуация выглядит максимально странно. Ну, извини. Что за нах? Честно, о, это хорош, не я. Пойдет. Отключи их! Не могу. Охуенно просто. Где? Так, это мелкие? Во, меня большие только интересуют. Да ну, блядь! Ну как же так? Да серьезно, да? Ой, блядь, я опять за... Блинский урод на Городинский. Ага. И при этом каждый раз мне приходится вот этой херню... Это нечестно немножко. Прям реально, серьезно, нечестно. Привет. Здорово. Я изменила доступы Окей. в центральной комнате. Привет. Рада тебя видеть снова. О, еще ага. одна шляпа. Кстати, красное платье тебе шло. Так лучше. Да, нормально. Да. Теперь вся эта ситуация выглядит максимально странно. Ну что, извини. Где дроиды? Что за нах? Честно, это не я. Отключи их. Не могу. Охуенно просто. Где еще? Это что, он на таран что ли пошел? Пошел вон колобок. Ах ты ж сука мелкая, где ты? Где ты, тварь? Да как так-то? Он из каких... Где он? Падла. Еще? Все? Убери это платье, хватит меня смущать. Напоминает о... Ни слова. Человечество ждет.
Что делаем дальше? Хорошо, что ты уже отключил меня от интернета. Теперь необходимо идти на корабль. Зачем нужно было отключать интернет? Так, корабль, подожди. Чтобы возможные остаточные зараженные блоки моих данных не попали в интернет. Будет нехорошо, если инопланетный искусственный интеллект будет блуждать во всемирной паутине. Да. Особенно нехорошо, если получит доступ к тому, к чему нельзя получать доступ. Согласен. А ты могла бы через свое интернет-соединение вызвать сюда транспорт? Да, но ты же понимаешь, организация не даст тебе уйти живым. Так что это лишено смысла. Допустим. Подойдите к разному терминалу, вызовите шлюз... Так у меня карты нет. В смысле? А где у меня карта? Алло, где моя карта-то? Я не понял. Только не говорите, что я ее проеб в лифте оставил. Хотя в лифте это еще полбеды. Там-то я ее хотя бы смогу забрать. Давай, шевелись, ворушись. Допустим. Ай, пиздец. Да, забыл в лифте. Прикинь. Гениально. Просто гени-мать-его-ально. Ладно. Но теперь уже точно должно быть где-то под конец, потому что мы, получается, уже были везде. Шлюз к инопланетному кораблю. Так, ты красный или синий? Так, ты синий, хорошо. Отойди. Опа. Так, изолятор, медицинский центр, тестовый полигон, шлюз на корабль. Давай. Стреляться будем пока? Нет, отлично. Ага. А что мне в этом инопланетном корабле? Просто взрываю, бахаю и все, и ухожу, и красиво? Погоди, а разве это шлюз? Подожди, стой. Какой это нахуй шлюз? Это изолятор. Серьезно? Почему мне изолятор приехал? Че за хуйня, игра? Прекрати надо мной издеваться. Все, давай мне шлюз на корабль. Хотя вот он, кстати, корабль-то, его видно отсюда. Изолятор за каким-то хуем. Или я серьезно изолятор? Да не, не может быть. Во. Все, поехали. Так, ставьте синий артефакт ключ в центральный разъем панели управления инопланетного корабля. Я надеюсь, нас не отправят сейчас обратно в 8-битный мир. Еще раз хочу поблагодарить тебя. Не, спасибо. В прошлый раз это чуть не закончилось плачевно. А сейчас ты мне точно пиздец. Хочешь, я для тебя что-нибудь сделаю? Да, спой мне песню. Поставь нашу песню. Да ладно! Самое то, чтобы выпилиться. Чтобы активировать самоуничтожение, тебе необходимо засунуть инопланетный артефакт-ключ в центральный разъем панели управления инопланетного корабля. Ага. Какой из? Их там много. Артефакт синего оттенка. Значит, синий. Значит, синий, логично. Карту мне верни, пожалуйста. Карту мне верни, пожалуйста. Спасибоньки. Так. Малять, начинается деревня утро.
Где? Тихо. Так, синий артефакт. Синий. А можно вопрос? А где синий артефакт? А, вот это. Правильно, именно этот артефакт. Но ты только подожди. Прощальные что? Слова? Я не знаю, наверное. Сложно, когда у тебя отключены рациональные и логические модули. Просто хотела сказать, извини. Мне действительно очень жаль, что все вот так происходит. Если бы я не был... Да идите все нахуй со своим сраным протоколом. Милый. Что-то мне это не нравится. Введите код в терминале у технического лифта. Ну, судя по всему, мы спасли человечество. Вы спасли человечество ценой собственной жизни. Вот такие мы хорошие. На этом у нас все. Если интересненько дальнейшее прохождение различных игрушек, то обязательно подписывайся, жду тебя в комментариях, ставь лайк, если понравилось. Большое спасибо, что посмотрел. С тобой был Роман, и до новых игр.